Повторяем этот момент. Владимир подлетает к вышке, поддевает горящий факел ногой, и пылающая головешка залетает в ремни подвески прямо напротив бензобака. Пытаясь избавиться от нее, он задевает рукой запасной парашют, и тот раскрывается. Одежда и подвесная система мгновенно занимаются пламенем, и хорошо видно, как отлетают куски сгоревшей ткани. В любое мгновение могут загореться стропы и бензобак. Запаска срабатывает, как тормозной парашют, основной купол гаснет, и Володя падает на деревья. При падении ветки выбивают горящий факел из подвески, и это единственное, что спасает Владимира. Все, кто был на съемочной площадке, бросились к месту катастрофы, но помочь Володе они были не в силах, он находился слишком высоко. Володя сам освободился от ремней и начал спуск вниз. К счастью, его здоровье оказалось вне опасности. С камеры, установленной на вышке, хорошо видно, как загорелся Володя, и сработала спасательная система, специально рассчитанная для применения на небольших высотах. Парашют быстро раскрылся и остановил параплан. Володя падает на деревья, и от удара о ветки факел вылетает из подвески. Не будь этого, Володе пришлось бы выбираться из горящего параплана. Вот он, виновник происшествия, горящий факел, застрявший среди... Сквозь пламя и дым виден Владимир Макурин. Он третьим подлетает к площадке. Дальше мы не будем комментировать. Смотрите внимательно, что сейчас произойдет. Повторяем этот момент. Владимир подлетает к вышке, поддевает горящий факел ногой, и пылающая головешка залетает в ремни подвески прямо напротив бензобака. Пытаясь избавиться от нее, он задевает рукой запасной парашют, и тот раскрывается. Одежда и подвесная система мгновенно занимаются пламенем, и хорошо видно, как отлетают куски сгоревшей ткани. В любое мгновение могут загореться стропы и бензобак. Запаска срабатывает, как тормозной парашют, основной купол гаснет, и Володя падает на деревья. При падении ветки выбивают горящий факел из подвески, и это единственное, что спасает Владимира. Все, кто был на съемочной площадке, бросились к месту катастрофы, но помочь Володе они были не в силах, он находился слишком высоко. Володя сам освободился от ремней и начал спуск вниз. К счастью, его здоровье оказалось вне опасности.